Всем привет, с вами канал Dota 2 VO, я Фенаргот, и это второй обзор на коробочку из Secret Shop. Наконец-то мне приехала вторая коробочка, и я готов сделать на нее обзор. Единственное, коробочка была немного больше, потому что там вот, собственно, есть галстук, о котором я рассказывал, поэтому я переложил все в старую, потому что у меня... Та коробка немного порвалась и выглядит немного некрасиво. Я решил, что в ролике все должно быть презентабельно. Касательно прошлого ролика, вы можете найти его на моем канале. Я не буду сейчас рассказывать задушевные истории, о которых многие откликнулись негативно, сказав, что это очень много было воды в ролике. Но поэтому, если хотите посмотреть, заходите в первый ролик, смотрите. Там приехала мне первая посылка со шмотками с не 2016 International, а с предыдущих. Сейчас у меня приехали шмотки чисто только с последнего инта, эксклюзивные, новые. Поэтому я уже жду с нетерпением, дабы их примерить, так как у меня есть галстук, о котором я уже вам сказал. Я подготовил рубашку, единственное, она немного не глаженная. Ну, что же сделать, мы все дотеры ленивые, поэтому будем как-то с этим справляться. Так что переходим к коробочке. Что ж, в этом обзоре я не буду любоваться всеми прелестями самой коробки, а не ее, так сказать, наполнение, поэтому времени у нас будет больше. Так, смотрим, что у нас. Тут у нас кепка идет сразу, о которой рассказывал, с логотипом Доты. Вот, на самом деле, не так уж хорошо виден логотип сейчас на свете, ну, еще плюс я достану ее из упаковочки. Дальше идет travel jacket. На самом деле, это... Что-то типа куртки, в которой ходят, на самом деле, участники International. То есть, если вы посмотрите официальные рекламные ролики International, и там, допустим, видно со спины, по-моему, как Чуань надевает курточку, вот это как раз она и есть. Ну, или предыдущая версия. И галстук, вот, который вот тут у меня и имеется. А теперь... О сувенирах. В прошлый раз, если вы помните, мне дали один набор эмоти Charm Pack и очки, да, вот которых вы меня видели в начале ролика. Сейчас мне опять дали еще один эмоти Charm Pack. Как вы можете помнить, в прошлом ролике мне упала Wind Ranger, снайпер и лич. Сейчас посмотрим, какие эмоти чармы мне выпали в этот раз. О, другие. Это у меня Enchantress, Найт Сталкер и Шторм Спирит. У меня великолепный фокус на камере, надеюсь, вы все увидите более-менее. Это Шторм Спирит. Это у нас Enchantress. И такой у нас замечательный Daywalker Найт Сталкер. Ну или Баланар. Вот такой вот... К сожалению, в данной посылке был только один сувенир, но с условием, что я заказывал все вместе, получается, мне дали в сумме два эмоти Charm Pack'а и одни очки. Это очень круто, на самом деле, что вообще такие сувениры дают, потому что, допустим, на Reddit'е там есть небольшая статья про Vilafine, которой я скажу немного в конце ролика. Что ж, давайте перейдем к примерке шмоток. Вот такая у нас кепочка. Вот видите, когда свет падает на логотип, его прекрасно видно. Вот такая вот она внутри. Как вы можете заметить, козырек с обратной стороны красный. Внутри написано Dota 2. Если мы посмотрим, что тут у нас. Тут у нас вот Vilafine. Тут написано Vilafine for fans by fans presents Dota 2. И... Состав 80% акрил, 20% шерсть и сделано в Бангладеше. Вот у нас регулятор размера вот такой, ну, как на старых добрых кепочках. И вот так она у нас сидит. Достаточно прикольная кепка, мне она очень нравится. Если сюда еще очки вот эти, которые подарили... Где-то вообще. А я, как вы можете заметить, уже в толстовочке, которая мне с прошлой покупки пришла, сижу. Единственная, она вся в шерсти, но кошка молодец. Ты у меня молодец, ты у меня получишь.
Так что давайте перейдем к следующим частям нашего набора. Что ж, давайте перейдем к самой дорогой части моей посылки, вообще всей посылки. Это вот этот travel jacket. Выглядит он вот так вот с передней стороны. Я вот буду показывать размер M. И с обратной стороны, конечно, самое кайфовое, это вот эта надпись великолепная The International Dota 2 Championships. Это вообще великолепно. А если мы посмотрим на молнии, то выполнены они вот в таком вот стиле. Надеюсь, камера хоть что-то вам покажет. А из-за света плохо видно. Там выгравирован логотип Dota. Плюс, что еще можно заметить. Сейчас посмотрим. А у нас на молнии. Изнутри, кстати, сразу видны маленькие логотипчики Dota. Тоже видите на воротничке у нас. Dota 2, собственно, бирка, на которой можно подвешивать данный travel jacket. И давайте его примерим. Вообще в таком, наверное, круто в покер какой-нибудь играть, потому что все там как раз в курточках таких. Вот так он выглядит. По бокам вот есть два кармашка. Внутри тоже они черные, но молнии сами красненькие, поэтому прикольно достаточно сделано. Что вот так вот. Вот у нас карман. И еще отличительная какая-то особенность. Это вот незаметный такой, на самом деле, кармашек на руке. Туда можно положить какую-нибудь записку. Какую-нибудь шпаргалку для школьников. Так что, видишь, в школьники заказывайте. И, ну, или шашки. Если вы играете в покер и хотите украсть шашки. На самом деле, не так уж там много места. То есть, вот у меня рука упирается. И поэтому, реально, на небольшую, так сказать, записку, бумажку или что-то. Телефон туда не влезет. И вот тут вот, получается, есть тоже логотип Доты. Причем только с одной стороны, как раз где кармашек. С другой стороны, логотипа Доты не имеется. Ну, единственное, вот еще логотип Доты внизу есть. Такая вот маленькая бирочка. Давайте посмотрим, что у нас за состав. Я, к сожалению, не помню, какой состав был у нее, когда я заказывал. Конечно, я это все читал, но так не запоминаю. М, ну, размер М, это понятно. Слушайте, а возможно тут, кстати... А, нет, вот. Villa Fine presents officially licensed Dota 2, 2016 год. 100% полиэстер. В общем, стирать наизнанку, па-па-па. Ну, в общем, мы всякое... Потому как стирать. Вот как-то так выглядит она сзади. Мне этот travel jacket, конечно, очень нравится. Прям, вас смотрите, вот так вот в очках, в кепочке. Вообще экстра класс. Вообще, ух, больше всего понравился из пока всего. Ну, не тестировали еще галстук, давайте перейдем к нему. А, как говорил, подготовил рубашку. Единственное, куда-то подевались у меня запонки после моей поездки в Вильнюс. Но они где-то дома, я их видел. Приношу извинения, но я не думаю, что они особую погоду сделают нам в данном ролике. Вот, перейдем к этой части. Многие, кстати, когда смотрели нашу студию аналитики с Вильнюса на International 2016, писали мне по поводу моих галстуков, потому что у меня было с собой два галстука. Один в полосочку, второй с автобусами, мне привезенный из Лондона. Очень, кстати, хороший галстук из хорошего материала, недешевый. Это мне подарили, когда я был в Лондоне. Вот, и... Я всегда мечтал о том, чтобы у меня был галстук с логотипом Dota, ну, то есть стилизованный или тематический, не знаю, как лучше назвать. И вот смотрю, и наконец-то на International 2016 в Secret Shop появился галстук. Вот у нас упаковка от него, я вам показывал. Тут сзади ничего особого не написано, просто Valve там, логотипы.
Да и тут тоже логотип. Ну и, собственно, сам галстук. Тут у нас сзади есть две петли, куда можно прятать запас. Что касается материала, то я не помню. 100% опять же полиэстер, сделан в Китае. Только ручная стирка. Завяжу я галстук только одним узлом. Не помню, к сожалению, его название. По-моему, виндзоровский. Но сразу вам скажу, что не факт, что мне получится красиво, потому что обычно мои галстуки чуть шире и короче. Тут галстук длинный, но более узкий. Посмотрим, что из этого выйдет. В итоге как-то вот так выглядит галстук, если вы можете посмотреть. С пиджачком я сейчас его примерю обязательно. К сожалению, пиджачка Доты пока вроде еще не сделали. Но, в общем, с моим черным пиджаком выглядит это примерно вот так. Ну, достаточно, так сказать, серьезно, модно. Элегантно, мне нравится. То есть до этого, как я и говорил вам, у меня галстуки были чуть шире, вы можете заметить на фотографиях, на YouTube и так далее. Вот, тут он чуть уже, но длиннее. Нравится он мне. Единственное, конечно, материал не самый приятный, этот полиэстер. Было бы круче, если бы он был бы хлопковый или шелковый, но... На самом деле, внешне особо отличий не увидишь, только если пощупать. Немного кривовато я его завязал, но что ж поделать. Ну и для того, чтобы все выглядело достаточно целостно, прикрепим новый пин, который мне приехал с прошлой посылкой. Пин на пугну. Вот так в итоге выглядит, получается, что-то типа моего костюма. И... Здравствуйте, с вами канал Dota 2 WoW, я Фенаргот, и это предсказание The International 2017. Статистика предсказаний. А какие предсказания сделаете вы? Что ж, давайте подведем итоги. Сперва, как и обещал, затронем тему Reddit. На Reddit появилась вчера тема о том, что человек заказывал себе футболку на VelaFine, потом заказал еще одну, ему долго не отправляли посылку, потом пришло уведомление о том, что отправили, но в итоге написали, что без первой футболки. Там, в общем, какая-то неразбериха, он написал, никто не заказывайте на VelaFine и так далее. Ну, слушайте, единичные случаи, особенно с доставкой, встречаются абсолютно везде. Что у меня? Я живу в Санкт-Петербурге, в России. Мне в итоге из Америки за 2 недели приехали 2 посылки с International 2016 шмотками и с других интов. Я абсолютно доволен, вообще в восторге. Мне еще сувениров впихнули. Это вот одну пару очков и 2 комплекта эмоти-чармов. Это ж вообще кайф. Ну, я даже не ожидал, что... Такое буду давать. Все остальное полностью соответствует описанию на сайте и так далее. Доставка достаточно дешевая, слоем, что из Америки на eBay. Доставка дороже, так что можете смело заказывать. Если я буду заказывать что-то в будущем, обязательно опять же сниму обзор. А так мне все понравилось. Что у нас было? Travel jacket, толстовка, кепка, шапка, галстук. Все, да, получается. Ну, пины, и вот в подарок 2 эмоти-чарма и 1 пара очков. Я в полном восторге, доволен. Желаю вам всем удачи. Мне люди пишут, что кто-то заказывал, и что вот они ждут своего заказа. Надеюсь, я своим обзором вам чем-то помог. Вы, может, себе что-нибудь закажете. Не стыдитесь выходить на этом на улицу, да. Я вот выходил в шапке, многие оборачивались. Да ну и ладно, пусть все знают, что я играю в Доту. Вот.
В ближайшее время ожидайте множество роликов, а также возвращение дневника Крипа. Больше я вам о нем ничего не скажу, но он будет. Пока-пока, с вами был канал Dota 2.0, я Фенаргот, до скорых встреч, всем удачи и больше ММРа.